День Победы – один из самых важных и почитаемых праздников в нашей стране. 9 мая мы отмечаем победу в Великой Отечественной войне и чтим память миллионов погибших воинов. Празднование Дня Победы для воронежцев – всегда восхищение подвигом наших предков, уважение и любовь к родине. А сейчас мы услышим яркие поздравления из уст наших земляков. Ну, День Победы для меня – это в первую очередь, ну, как бы вы сами задали вопросы, на него и ответили, это День Победы. Это праздник всех нас, всей нашей России, всех наших предков. Вот. Ну и пожелать всем воронежцам здоровья, удачи, и чтобы ну, как-то с любовью относились к нашей стране и своим детям, внукам обязательно рассказывали, какой подвиг совершили их бабушки и дедушки. Великий праздник, который... В данный момент очень актуален, потому что орки из Европы, как и в 41-м году, опять точат на нас свои зубы, хотят нам делать гадости и делают их. Но мы, как обычно, дадим им отпор. Каждые 100 лет Россия дает люлей всей Европе. Я думаю, в этот раз все повторится. Праздник очень патриотический. Ну и, соответственно, пожелаю воронежцам патриотизма, мужества, смелости и любить свою любимую страну и наш любимый город Воронеж. Это радость со слезами на глазах. Наши деды, прадеды, бабушки, прабабушки, все воевали, даже дети. Я очень благодарна за это, то, что я сейчас живу на мирном небе. Ну и какие-нибудь пожелания в этот праздник? Чтобы не было войны, самое главное. Желаю, во-первых, мирного неба над головой, счастья, здоровья, всех благ. Для нас это память, великая память. Значит, военная техника, которая военная техника стреляет и палат. День Победы. Для меня это все значит. Если бы не этот праздник, то и не было бы нас. То есть мы его каждый год отмечаем. Также и сын у меня отмечает, и жена. Желаю, чтобы не было больше таких войн. Жили все дружно. Для меня День Победы – это великий праздник, который принесли нам наши предки. Мои два дяди прошли войну. У меня перехватывает дыхание, переполняет чувства. Да. Я хочу пожелать всем мирного неба, в первую очередь, и светлой памяти о тех людях, которые нам отдали за нашу мирную жизнь, за нашу счастливую жизнь, все свое. Ну, ко всем воронежцам пожелание одно, чтобы они помнили, что такое победа, и не забывали. Вот. А для нас это большой праздник, потому что победа – это значит, мы вот живем, мы дети наши рождаются, и внуки. Это победа. Это жизнь. Это жизнь, да. День Победы – такой великий день, наша страна. Ну, короче, очень нравится мне День Победы. И хочу пожелать, чтобы всегда было мирное небо над головой, чтобы все были живы, все здоровы. День Победы для меня – это очень отличный праздник. И я даже не знаю, что ответить, если честно, но этот праздник для меня серьезный. День Победы – это самый главный праздник нашей страны. Это тот день, в который наши прадеды, деды отвоевали нашу жизнь. Значит, просто огромное. Чего-то нет такого, что не может не значить. Просто что-то огромное. Воронежцам хочу пожелать счастья, добра, мира, мирного неба над головой.